Здравствуйте, уважаемые скорпионы! Приветствую вас на своем канале. Общий астрологический прогноз на декабрь 2019 года. Желаю вам всяческих благ. Помните, пожалуйста, уважаемые скорпионы, что это общий астрологический прогноз, а значит относителен вашей жизни и может в той или иной степени ее касаться, в большей либо в меньшей. Приятного прослушивания! 2 декабря в Козерог заходит Юпитер, планета удачи и счастья. И это главное событие не только декабря месяца, но и в принципе 2020 года. О Юпитере в Козероге я уже сделала отдельное видео. Посмотрите его, пожалуйста, ссылочку на видеозапись увидите в конце этого видео. А сейчас напомню вам коротко. Ну, прежде всего для вас, конечно, это хорошая новость, дорогие мои скорпионы, потому что третий дом – это дом легкости, подвижности, контактов, знакомств, общения, приема и передачи информации, в том числе и денег. Поэтому весь декабрь, а также весь следующий год для вас возможно новое знакомство, какое-то очень важное, значимое, появление брата или сестры, либо углубление отношений с братом, сестрой, новые соседи, новые коллеги, новая учеба, какие-то непродолжительные курсы, новый учебный коллектив, либо новый рабочий коллектив, возможно знакомство в неожиданных местах, в коллективах друзей, может быть в транспорте, где-то в недалеком путешествии. Покупка автомобиля или другого транспортного средства реально для вас как в декабре, так и следующий весь 2020 год. Но кроме того, это и дом денег, легких, быстрых и подвижных. Тех денег, которые вы получаете благодаря тому, что умеете разговаривать и, в частности, торговаться. В целом, это дом торговли, то есть умение себя продать, умение пропиарить свой товар своей собственной личностью. Поэтому вам очень хорошо будет развивать ораторское искусство, мастерство, умение нравиться в целом. Конечно же. 9 декабря Меркурий в знаке зодиака Стрелец. Это ваш второй денежный дом. Поэтому с 9 декабря возможны денежные поступления. Но снова-таки только в том случае, если вы будете разговорчивы, общительны, будете уметь себя подать, будете уметь правильно что-то преподнести, товар продать. Ну вот, очень грамотно прорекламировать как себя, так и то, что вы делаете. Возможно, вам нужна помощь со стороны, поэтому вам нужно пригласить спонсоров, инвесторов, и, естественно, вам нужно презентовать себя и те свои мысли, которые вы думаете, чтобы они понравились окружающими и были достойны того, чтобы материализоваться, прежде всего, через средства денежные. Возможно, поступление денежных средств от братьев, сестер, близких родственников, также возвраты долга, к примеру, от соседей, либо от коллег, либо кто-то, с кем вы учились, либо учитесь, занимал у вас деньги. Также, возможно, в целом в декабре, в частности 9 декабря, по работе у вас может премия какая-то быть, либо зарплата какая-то дополнительная, либо повышение зарплаты. Также это возможно и 12 декабря. В целом эти дни рядышком, вы видите, поэтому период 9-12 декабря для вас очень денежные. Это ось денег и полнолуние у вас в восьмом доме, доме денег. Возможно, приход денег вы осуществите через то, что возьмете кредит, либо снимете деньги, которые вы когда-то, например, на депозит вклад совершали. Может быть, продажа крупная в районе 12 декабря, либо иная крупная денежная сделка. Покупка либо продажа, может быть, вот в частности автомобиль, давайте возьмем, вы либо продадите, либо купите, может быть, продадите старый и тут же купите новый. Возможно, приобретение гаджетов 9-12 декабря в этот период с предыдущей или последующей продажей старого гаджета. Ну вот компьютер вы покупаете, а старый продаете. Вот что-то такое возможно у вас в районе 9-10 декабря. Приобретение любой иной техники, в том числе техники, которая помогает облегчить быт, любого другого механического какого-то изделия, вплоть до того, что вы часы наручные себе покупаете. Возможно, у вас приобретение какого-то очень ценного материала письменного, то есть какую-то книгу вы приобретаете, либо какой-то документ вы подписываете и приобретаете, покупая как бы ценную бумагу. Может быть, ценные бумаги действительно вы приобретаете, какие-то акции. Ну и в целом это, конечно же, бумага денежная, то есть валюта непосредственно та, которую вы сможете подержать на руках. Возможно, здесь вы всю зарплату во что-то вложите, к примеру, либо просто отложите. А может быть, дорогие мои скорпионы, просто 12 декабря вы будете покупать всем подарки на Новый год, поэтому так много у вас будет в руках денежного обращения.
Это деньги, которые не копятся, они приходят и уходят. Они приходят на что-то конкретное и уходят на это самое. Вот такое вот денежное у вас серединка декабря. Ну а 16 декабря в вашем шестом доме Хирон, поэтому становится директным, поэтому у вас появляется возможность еще и подзаработать в середине декабря, найти вторую работу, либо вы будете очень много работать как на работе, так и дома, совмещать работу и быт, и очень много, в принципе, трудиться. Может быть, будете совмещать работу и заботу о здоровье, о своем, либо о ком-то, о чьем-то. Возможно, здесь вы приобретете домашнее животное, либо решите купить домашнее животное в качестве подарка, к примеру, для своих детей, либо для своих домашних. Возможно, приобретение также и техники в дом, в той же самой степени, как и техники, которые помогают вам по работе, на работу, на работе. То есть вы можете купить, к примеру, ноутбук классный, на котором будете работать или писать какую-то свою работу научную. Так этот ноутбук потом пригодится вашим детям для игр, к примеру. То есть вот такое совмещение, двоякая ситуация, двоякая польза, что в принципе, конечно же, хорошо. Венера в знаке зодиака Водолей 20 декабря. И для вас, дорогие мои, это четвертый дом. Ну что же, с 20 декабря начнете украшать дом. Начнете украшать свое жилище. До того, скорее всего, произведете какой-то ремонт, уборку капитальную, может быть, технику поменяете, старую выбросите, приобретете новую, либо мебель старую выбросите, приобретете новую. А с 20 декабря начнется уже украшение дома. Это если до того, до 20 декабря капитальный ремонт, то Венера в Водолее – это уже косметический ремонт, когда вы просто наводите красоту, уже приобретаете, может быть, елочку купите, будете украшать уже 20 декабря, текстиль, покрывала новые, простыни новые, шторы, цветы в дом или что-то еще, будете вот облагораживать свое помещение уже именно в плане красоты. То есть до того это что-то основательное, капитальное, что-то, что вы, ну вот, серьезно нужно к этому подойти, к ремонту какому-то, либо поломкой нужно выбросить просто. А дальше наполняется дом красотой. 22 декабря, дорогие мои скорпионы, зимнее солнцестояние, а 26 декабря солнечное затмение. Все это в знаке зодиака Козерог. Кроме того, в знаке зодиака Козерог 29 декабря еще и Меркурий. Ну что же, мои дорогие, важнейшая точка Кологода 22 декабря практически совпадает с днем затмения солнца 26 декабря. И как вы знаете, все это уже новогодние праздники, это католическое Рождество. И в целом у нас получается от Рождества католического, до Рождества православного будет коридор затмений в этом году. Поэтому судьбоносное время для вас. Здесь, в эти дни, третья декада декабря, вы можете почувствовать вокруг себя круговорот информации. Какая-то очень важная новость может прийти в вашу жизнь в районе 26 декабря. Это новость от какого-то важного человека для вас, либо это знакомство с важным для вас человеком. Возможно, поступление на работу, нахождение работы, переезд в связи с работой, командировки. Может быть, вам придется много времени уделять близким людям, помогать им в какой-то степени. Для тех, кто учится и учит, это чудеснейшее время, декабрь, открывать свое дело, связанное с передачей информации, либо передачей денег. Элементарно свои курсы начинать продавать. Может быть, вы покупаете напротив курсы. Это также хорошо. Малый бизнес. Бизнес, связанный с тем, что вы передвигаетесь часто на транспорте. Возможно, вы покупаете транспорт, средства передвижения, которые вам помогают зарабатывать. Кто-то, к примеру, начинает таксовать. Ну, это вот элементарный такой пример. Но здесь может быть и все, что угодно. Вы можете купить любую другую технику, которая поможет вам работать. Может быть, вы покупаете классный компьютер и начинаете работать переводчиком, либо копирайтером, либо свой канал на YouTube открываете. В любом случае, техника вам помогает продвигаться. Это может быть абсолютно любая техника. Это может быть и автоматическая ручка, а не автомобиль. Но в любом случае, что-то в ваших руках, что-то вы держите, что-то вы умеете превращать в деньги, вот даже так я вам это скажу. Может быть, это иголка, и вы вышиваете гладью, но тогда в таком случае вы продадите это. Это возможность торга, продажи, словно бы торг на рынке. То есть, когда вы можете непосредственно продукты своего творчества, то, что вы делали руками, продать и получить достойное за это вознаграждение. Но
чем больше вы будете улыбаться, чем больше вы будете разговаривать при этом, чем больше вы будете контактны, тем успешнее будут продвигаться эти ваши дела. Поэтому, мои дорогие скорпионы, вот такое, я бы сказала, у вас новогоднее, ярмарочное, пожалуй, будет настроение. Я, конечно, желаю вам, чтобы ваш дом была полная чаша, чтобы у вас было всего в достатке, в изобилии, чтобы было так много всего, чтобы вы могли поделиться и с друзьями, и с братьями, и с сестрами, и с соседями, чтобы ваше сердце цвело и расцветало любовью. Счастливых вам новогодних праздников! Все люди – братья и сестры, поэтому у вас, скорее всего, весь мир будет как на ладони, и вы будете дружить со всеми. Желаю вам приятного Нового года! Всего доброго!